Сегодня будет необычный ролик. У нас на канале 8000 подписчиков, 8439 на данный момент. Каждого ценим и уважаем. О, сегодня у нас будет ролик такой. Сейчас я камеру возьму, покажу вам. Вот у нас газель сломанной платформы и Валдай со сдвижной платформой. Водитель Эльнур и я, водитель Магомед. Вот он говорит, что ломаная платформа может все то же самое, что и сдвижка. А я в этом очень сильно сомневаюсь. И мы хотим, короче, сделать несколько погрузок. Насколько быстро грузит ломаная, насколько быстро грузит сдвижка. Потом и по нарастающей пойдем по проблемным машинам. Вот, например, вот этот Мерседес, у него никаких проблем нету, буксировочный крюк есть, колеса крутятся, все нормально. У этой машины печалька. Во-первых, перед хлам биты, колеса зажаты, не крутятся. Есть еще вот такая машина. У нее вообще колес нету. Я не знаю, до него дойдем или нет. Да. Есть такая машина, 2600 весит. Ну и так далее. Тут много машин, экспериментировать можно целый день. Но мы постараемся вписаться в 20 минут. Снимать мы будем около часа-полтора. А запишем как 20 минут. От вас ждем реакции. Да. Лайфхаки. За форели. Не лайфхаки. Лайк называется. Лайки. Да. Люди видят, что первый раз человек перед камерой стоит. На счет три начинаешь. Три. Можешь быстро работать. Тут время важно. И вот у нас появились первые проблемы. То ли непонятно из-за знания, незнания. Человек поставил ручник и не умеет его убирать на Мерседесе. Я ему помог, хотя я не должен был это делать. Учтем это. Да. Ручник он не убрал. Одним дублем снимаем, брат. Два дубля не будет. Может, поставил ручник обратно. Усложнился, не видать. Не, он тянет ее в сторону. Сейчас посмотрим. Сложности понадобилось 5 минут времени. Пока ты лапы не сдвинешь, время будет тикать. Ну пускай фиксировать это на всех одинаково, правильно? Еще лапы надо ему убрать. Готово. Теперь он снимает ее. Есть один момент, который надо показать. Снял? Задвигай лапы.
Задвигай, задвигай. На YouTube пойдешь, братан. Я работаю как обычно работаю. Я не цепляю. Нет, это не надо делать. Задвинь лапы. Давай быстрее. Вот. Он их не может задвинуть, пока не отъедет. Ему обязательно надо отъехать. Ставить обратно на ручник. А, заглушил машину. Ручник не работает, походу, из-за этого на передачу поставил. Я, ручник работает? Да. Так. Раз, два. Три. Четыре. Я загружал его с ноги. Я его с ноги комп нагибал. Ага. Посмотрите на это лицо. Пошел аккуратно ставить машину на передачу, пока я не вижу. Не-не, я поднимал все. Подойди с тобой. Давай, друзья. Все снимал, да? Все. Зависит и от машины, и от водителя. В его случае было два минуса. Это была машина и водитель. Как два? Эльнора 6 минут где-то? А? У Эльнора 6 минут же было? Да. У тебя 3 минуты. Это с разговорами. Короче, решили на сегодня обойтись вот одной загрузкой-выгрузкой на аппарелях и на звижке.
Если у вас есть замечания или что-то вам показалось нечестным, как, например, Ильнуру, да, он говорит, что он там трос завязывал туда-сюда. Смысл был такой, кто быстрее сделает, вот именно с этой машины. Остальными машинами тоже, кто быстрее сделает и сделает ли вообще, возможно ли это. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ильнур, тебе даю заключительное слово, скажи пару слов. Не переплакивайтесь за 2 минуты. Все, тоже пойдет. Все, салам алейкум.